Здравствуйте, друзья! Приветствую из Одессы. Я сегодня выехала из дому в связи с тем, что мне нужно починить в машине газовое оборудование. Потому что, как вы знаете, у нас в Одессе проблема с бензином. Но в прошлый раз я, конечно, прекрасно заправилась. И сейчас я смотрю, наверное, только-только появился бензин. Цена 52 гривны. И всего там 3 машинки. Так что, может быть, еще никто не знает, что на этой заправке появился бензин, поэтому нет машин. А вообще у нас в Одессе, конечно, очереди километровые за бензином. Но газ у нас без очереди и дешевле. И у меня, конечно, машина газ-бензин. Но газ поломался, что-то там не сработало, и я не могу сейчас пользоваться газом. Поэтому я сейчас еду в мастерскую, где мне посмотрят, и если нужно, сделают все необходимое, чтобы я могла заправляться газом. Поэтому я еду. Ну, а здесь, как видите, бензин появился. Мастерская моя находится на улице Балковской, поэтому я сейчас еду по Балковской и немножко покажу вам эту улицу. Машин немного, но немножко есть. Это говорит о том, что бензина нет, но иногда он появляется, и, конечно, некоторые могут выехать. Магазин Фози. А там впереди автовокзал. Мы сейчас проедем. И еще немножко, и я почти доехала. Очередная заправка, бензина нет, на заправке пусто. Вот такие бигборды у нас на пути. Там трамвайчик поехал. Это 15-й трамвай, со Слободки едет в город. Уже почти подъехала. Вот я подъехала. Вот такое СТО. Я зашла, оформила заявочку на диагностику, и сейчас заезжаю в бокс. Я заехала, сейчас посмотрят и дадут ответ. Пока я жду, сейчас вам покажу номера телефонов, если кому-то нужно обратиться с той же проблемой или же установить на машину газ, сейчас вам покажу. Вот здесь комната заказов, вот номер телефона 1, 2, так что при желании обращайтесь. Здесь стол заказов. Что, оставила я машину, будут мне ее делать, цену скажу потом. Будут чистить мне оборудование, и там заменят некоторые запчасти. Вот. А я сейчас, так как я нахожусь в районе Слободки, я сейчас прогуляюсь по Слободке. Здесь, видите, так красиво все цветет. Вот и розочки, и зелень вся кругом. И здесь недалеко есть Слободской рынок. И я сейчас прогуляюсь к этому рынку и вам покажу, как живет старый район Одессы, Слободка, и какая обстановка на рынке. В общем, сейчас все посмотрим.
Айчик 15, который движется со Слободки. Ну, а вот и Слободской рыночек. Ну, не очень так тут магазинчиков много, потому что раньше было больше. Здесь все было, площадь заполнена. А сейчас очень скромненько, скромненько все. Здесь вот вижу, с краю продают молочку, творог. А почем творог? 65. Ага. А жирный 110. Спасибо. Так, ну а дальше тут барахолочки чуть-чуть. Вернее, вот человек подрабатывает немножко. Ну и овощи. Цены вы можете видеть. Ну и, конечно, черешня, клубника. А какая цена черешня? 65 гривен. А клубника? 95,85. Вот такая. Да, понятно. Да. Молодая картошечка. И почем она? Чищенная 90. Чищенная 90. Но зато такая 35. Красоточка. 35. Здесь тоже овощи. Вот люди цветочки покупают. Значит, не все так плохо. Пипа, иди сюда. Ну, а мы идем в Слободской рынок. Идем, ну, конечно, одесские кошечки, как же без них. И сразу у входа запах рыбы. А почему? А потому что здесь рыба, тюлька, селедка. Здесь соленая, салака. Здесь прилавки с разными видами товара. Фрукты, и дальше очень-очень даже пусто. Здесь немножко молочки. И все. И там ничего. Ну а в том конце написано мясо. Но мяса нет. Мяса нет. Только колбаса. А почем такая колбаса мясная? 290. А мясо? Ой, 280-290. Ага, 280 колбаса, мясо 290. Вот такая цена. А вот и мясо. Одна точка с мясом. И дальше еще сало. Так что есть мясо и сало чуть-чуть. Какая цена сала такое? 180. 180. Красивое да. Такое сало. И вкусное, это не то, что вот, друзья, вы могли видеть, очень здесь скромненько, всего по чуть-чуть, самая необходимость. Вот, ну а здесь ряд с такими, знаете, промышленными товарами, хозяйственными, химия и прочее. В общем, вот такой скромный слободской рыночек. А на той стороне от рынка там аптеки, магазинчики. Ну и там вижу тоже большой магазин. Точка. Универсам такой. Я проехала дальше и еще зашла на один рыночек на Слободке. Это на Нефтяников. Вот такой спонтанный рыночек. И здесь много всего интересного. Сейчас посмотрим. Сколько цветов здесь. Ах, красота. Почем цветы? 30 гривен. Ох, какая красота. А лилии? Ай, супер. И полевые красивые. Это дельфиниум. А ромашки? Почем дельфиниум? 20-25. Вот такие цены. Красивый букетик дельфиниума. Отлично. Туни красивые. Почем такие? 100 гривен, вот можно подвесить. Да. А вот такие вот 80, чуть поменьше горшочки, 80, пара 150. Ага. То же самое. Вот такая красота, такая цветовая гамма. Просто один другого лучше. Смотрелись на цветы, а теперь, что я вижу? Стратегический товар. Соль. Вот такая вот соль. 35 гривен килограмм. Но это какая-то импортная соль, но зато есть. Так что вопрос с солью в Одессе решен. Ну, что я вам скажу, если есть соль, значит, не все так печально в Одессе.
Так что гуляем по рыночкам. То нагулялась я по базарчикам, потому что у меня было пару часов времени. И сейчас возвращаюсь на СТО, но хочу показать, я же купила, конечно же, клубничку по 80 гривен. Как же быть на базарчике и ничего не купить? Так что все, возвращаюсь на СТО за своей машинкой. Прохожу мимо, и посмотрите, какой здесь зоопарк. Это такой палисадничек здесь на Слободке. И вот такие красавцы здесь. А там в конце прямо слоник такой красивый. И лошадки. В общем, вот такая красота здесь. Мы с детками здесь не проходят мимо, чтобы не заглянуть. Ну все, я выехала из СТО. Ну и что хочу сказать, все мне сделали, все мне поменяли. И стоимость получилась, сейчас скажу, у меня получилась работа на 2 335 и запчасти на 3 460. Итого почти 5 800, сейчас покажу. Это у меня работа, это у меня запчасти. В общем, 5 800 в общей стоимости. Это, знаете, в долларах где-то 180 долларов плюс-минус. Вот такая у меня получилась затрата, но зато сейчас я могу ехать на газу по 42 гривны, не зависеть от бензина и не стоя в очередях. В общем, хорошее дело. Так что желающие можете пойти и поставить газ на свою машину. Но у меня все это было подключено, только вот со временем, знаете, пришло в негодность и пришлось ремонтировать. Но машина — это такое дело. Иногда она требует определенных затрат. Так не бывает, чтобы в нее ничего не вкладывать, только лишь кататься. Поэтому вот так вот. Ну, на этом пока все.